Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. Состоялся 13-й тур чемпионата России по футболу. Ну и уже буквально через несколько часов стартует Лига чемпионов матчем «Порту-Локомотив». А также завтра ЦСКА играет с «Ромой». Ну и еще три наших команды играют в Лиге Европы. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Рад, что у вас сегодня такое хорошее, бодрое настроение. Это говорит только об одном, что, я честно скажу, даже не помню, когда последний раз в 1/4 финала выходили Кубка России. Выходили исключительно команды премьер-лиги. Кто-нибудь вспомнит мне, когда это было последний раз? Для меня, для любителя статистики, порадуйте. Если уж ты не знаешь, любитель статистики, потому точно не точно. Ну, практически. А ты помнишь, да? Естественно, я же не зря люблю статистику. Ты посмотрел. У нас нет такого. Действительно, ну, чуть-чуть позже, это был 2001 год, действительно, очень-очень давно, чтобы в 1/4 финала встречались команды только из премьер-лиги. Я более того скажу, что даже в 1/8 финала только две команды были из первого дивизиона. Это Тюмень и Нижний Новгород. А которые... Ты все время говоришь, что кому нужен что, этот, да, этот я... кубок. Да, согласен. Итак, я не знаю, готова ли у нас графика для того, чтобы посмотреть результаты, с которыми команды не готовы еще к эфиру, но чуть позже, возможно, появится. Ну и давайте основные, как бы, да, пройдем позиции. Итак, «Спартак» Анжи 1-0. Кирилл, поздравляю, наконец-то вы прошли в 1/4 финала. Это, ну, конечно, если не достижение, то, по крайней мере, приятно для всех болельщиков «Спартака». «Ростов-Зенит». Вот тут произошел определенный казус для болельщиков, по крайней мере, петербургской команды. Ростов победил у себя дома со счетом 3-1. И я скажу честно, абсолютно по делу. Да. Абсолютно по делу. Итак, идем дальше. «Локомотив» и «Енисей». «Локомотив» 4-1 победил. И тут, я думаю, что тоже вопросов, наверное, не было. ЦСКА в этой стадии не играл, поэтому и результатов вы этой команды не услышите. Ну и «Рубин» «Динамо». «Динамо» закончили свое выступление на стадии 1/8 финала. Сереж, давай начнем с «Динамо». Казалось бы, единственный, самый краткий путь для того, чтобы выйти в Европу. Ну да. «Рубину» с выступления в следующем году, можно сказать, перекрыли кислород в этом направлении. И тем не менее, «Динамо» все равно проиграла. Хочу тебя поправить. Мы играли не как все, там, 2 или 3 ноября, да, играли. Угу. А играли мы 25, кажется, октября. Ну, я и не называл даты. Да, матч был перенесен. Это раз. Во-вторых, Курбан Бикевич... Курбанов? Курбанович, да, переиграл немножко Хохлова. В чем? Переиграл тем, что выставил основной состав на этот матч, а Хохлов выставил полурезервный состав, если можно так сказать, потому что в резерве-то особо и неким играть. Вот. Но все равно. И несмотря на это, в принципе, у Рубина не оборона, ну как там оборона, там был такой пограничный офсайдик. Был офсайд, не был офсайда, я с тобой еще советовался, говорю, как да. Плечо считается офсайдом, нет? Конечно. Ты говоришь, ну так получилось, судья не поднял флажок, забили гол, Азмун забил, ну, естественно, у них есть кому забивать. Потом его даже в конце заменили, дали отдохнуть, ну, а «Динамовцам» некому было забивать. Да. Нет, ну, отыграл. Любая часть тела, которую можно забить, да, кроме, считается, соответственно, рук, ну, вот судья, считается... Судья не увидел, посчитал, что это плечо считается не это. Ну, нет, так угу. Нет, ладно. Не повезло, но даже, может быть, вот некоторые динамовские болельщики говорят, что, может быть, это и плюс, потому что, во-первых, с 1/4 начнутся два матча, это раз. Во-вторых... Ну, вам-то чего, вы не играете, ну, в Европе играть, не играете. Сейчас пошла череда травм. Вот мы играли, потом подойдем к матчу с ЦСКА. «Динамо» подошло с травмами, с проблемами с составом. И действительно, у Хохлова так голова болит, что нам надо поправлять дела в чемпионате, а тут еще... Ну, Алка Зельцер есть.
Ну, может быть, да. Ну, а как по-другому? Про дела чемпионате, а тут кубок еще, понимаешь, будет немножко тормозить. Навалился. Навалился нежданно, негаданно. Это не говорит о том, что «Динамо» не хотели, действительно хотели, потому что была задача, поставлена руководством, либо через кубок, либо через чемпионат пройти в Еврокубки. Тем более, Рубину-то зачем это надо было, непонятно. Рубин попал под фэрплей, его же на 2 года отстранили от Еврокубка, и он выставил основной состав. Ну, видно, трофей нужен, просто трофей хотя бы. Бекевич понимает, что... что, возможно, не удастся зацепиться за тройку, не взять какую-то медальку, а здесь все-таки, извините меня, будет трофей, вот кубок поставят они в музей у себя. Ну, я думаю, что любая команда хотела бы у себя в музее поставить Кубок России. Согласен, так же, как и команда «Спартак». Да, Кирилл, Анжи, ну, сейчас команда со всеми своими проблемами, болевыми, я не знаю, точками и так далее. И все-таки я не скажу, что Анжи был обыгран достаточно в одну калитку. Олег, я просто те же слова, что ты сказал про Анжи, могу отнести их к «Спартаку». Да, вот возможно, так вот. В большей степени. Поэтому сыграли, даже где-то повезло то, что выиграли у Анжи. Скажи, потому что «Спартак» тоже в раздрае. Да, главное впечатление от матча – это маленькое количество болельщиков. Да, на этот матч была приурочена акция по бойкоту. Угу. По бойкоту домашних матчей «Спартака». Там было что-то, по-моему, не больше 1000 человек. Официально, хотя официально говорят, что было больше. Да. Слушайте, я такого не то, что не помню, я такого даже и не знаю никогда. Не, ну, если только болельщиков, ну, стадион дисквалифицировали. Старости на Красный Пресник. И то, наверное, тысячи там и тысячи было. Спонсорские, игроку, клубы, молодежные команды. Ну, вот и на этом фоне выиграли 1-0, движемся дальше. Будущее «Спартака» также неизвестно, как, я не знаю что, как машина времени, когда изобретут. Давайте посмотрим те пары, которые образовались в 1/4 финала. Итак, смотрите, у нас получилась очень и очень интересная картинка, что называется. По крайней мере, с моих слов. Да, «Локомотив» – «Рубин», «Краснодар» – «Ростов», «Спартак» – «Урал» и «Оренбург» – «Арсенал». Да, которые, соответственно, другие. То есть у «Спартака», получается, проходит «Урал» и выходит на победителей. Проходит ли «Урал»? Ну, нет, я сейчас говорю пока гипотетически. Проходит «Урал». Я считаю, что у «Урала» самая хорошая сетка. Да. И следующий «Оренбург» – «Арсенал». Тоже, в общем-то, ну, хотя команды, я думаю, в Кубке, конечно, это другие команды. Оренбург, если что, на 1 очко сейчас от «Спартака» отстанет. Да, это правда. Так что давайте говорить, что просто та сетка послабее. Правая сторона, да, чем левая. Да, а «Урал» от «Спартака» на 3 очка отстает. Вот видишь, как а «Оренбург», кстати говоря, абсолютно одинаковые показатели, что и у «Спартака». 19-19. По-моему, там на 1 очко. Нет, 19-19. На 1 очко. Да. 19. Ну, смотрите, мне вот кажется, что... Вот жалко, конечно, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Ростов» — такие команды боевые, да? Играют чуть-чуть. Ну, вот разбить бы их «Оренбургом», «Арсеналом», «Уралом». Да Распорт. Нет, зачем? Не такой хороший матч, я посмотрел, Краснодар-Ростов, чемпионат. Пусть они еще поиграют. А вы сказали, а вы знаете, когда будут эти проходить, 1/4? Какие сроки? Это декабрь и февраль. Да. Ну, нормально. Матч. Ну, 5 декабря будет первый матч, и в феврале будут... Будет... Вот нормально, да? Ну, нормально. Особенно а как Лига чемпионов и Лига Европы начинается? Да. Где они будут? В снегу? Не, ну может все-таки они где-то заявляют стадионы, я говорю про команды, которые находятся за Уралом там. Не, ну за Уралом, но они могут за стадион заявить Сочи. Заявить, да, Сочи. Какой-нибудь... Ну да, можно. Сочи можно. Краснодар даже. Да, ну давайте посмотрим. Локомотив, да, Локомотив, Рубин, Краснодар, Ростов, мне кажется, это будет украшением, вне всяких сомнений, да, потому что... Ну, опять смотря, какие цели будут преследовать команды. Ну, какие если, цели? Если, допустим, цели Краснодар... Не, может быть, скажешь, что... Самое несложное, как в «Курьере» было сказано. Да, самое несложное. Не, может быть, кому-то, скажем так, кубок уже к тому времени... Надоест? Ну, не надоест, может быть, станет актуален. Ну, Краснодар еще играет в Лиге Европы, да, насколько мы понимаем. Ну, и Краснодар играет, и Локомотив играет, и Спартак играет. Вот, про то и речь. Может быть, кому-то уже неинтересно будет Кубок России. И опять Кубок возьмет Оренбург или Арсенал? Может быть, Краснодар выиграет Лигу Европы к тому времени. Может же такое случиться? Как? Да. Никак, поэтому будет за Кубок бороться России. А, вот так вот? Да, интересно. Ну что ж, я думаю, что действительно и те пары, которые сформировались
Это будет один из немногих и таких редчайших случаев, когда команды реально вышли сильные и которые обязательно поборются за Кубок России. За что им, наверное, отдельное спасибо от всех нас, болельщиков, потому что, ну, признаться, не хотелось видеть и в 1-2, и в 4, и в, да, и в финале команды, наверное, ну, из, скажем так, низших дивизионов. Хотя это популяризация футбола, правильно? Да. Итак, друзья мои, чемпионат России, переходим к 13-му туру. Было очень много интересных матчей. Да, были немножко скучноватые, об этом вы тоже услышите. Ну а пока давайте пройдемся по тем матчам, которые у нас состоялись. Итак, Спартак-Урал 1-2. Тут я уже даже не поздравляю. Соответственно, не поздравляю. Не надо. Не поздравляю. Спартак, хорошо. Краснодар-Ростов 2-2. Шикарный, самый, наверное, быстрый, самый энергичный, самый смотрибельный, в конце концов, матч этого тура. «Зенит» вяленько, но, тем не менее, одолел «Ахмат» со счетом 1-0. «Динамо» ЦСКА, как я уже говорил выше, были и матчи скучноватые. Вот это один из тех матчей, болельщики которых присутствуют здесь и объяснят мои слова, может быть, более простыми словами. Ну и «Локомотив» «Арсенал» 3-1. «Локомотив» набрал такой ход, что выносит все команды таким приличным запасом. И 3, и 4 забивает. И, в общем-то, все у них пока в чемпионате на хорошем уровне. Итак, давайте переходим к матчу. «Спартак-Урал». Я не ожидал, что «Спартак» проиграет. Ну, беспрецедентно. Четвертое домашнее поражение подряд – это антирекорд. Да, установлен. Спартаковский. Да, установлен. Отставка Каррера не помогла, как мы видим. Хотя, казалось бы, да, такое сильное менеджерское решение было. Но они выиграли же при новом тренере. Взвешенное. На кубок. Кубок выиграли, да. На кубок выиграли. Матчи в ничью свели 2. И вот одно поражение. Говорить что-то сложно именно по матчу. Но если по матчу просто забили ответный гол, очень долго радовались и тут же пропустили второй. Собственно, по-моему, через 2 минуты или через 3. Да, через 2. Даже. В первом тайме, по статистике, если не ошибаюсь, что Урал даже владел преимуществом по владению мячом. Угу. Спартак играл вторым номером медленно, неизобретательно, как уже не первый раз в этом сезоне. Ждем, когда господин Федун вернется из отпуска и что-то нам прояснит с персоной нашего главного тренера. Вот. Друзья, ну, коллеги, есть что? Я хочу добавить. Да, еще да. Тут можно сказать одно, что действительно, вот пока с тренером такая неразбериха, то тренер Парфенов, допустим, я вот заметил, что тренер переиграл «Спартаку». Вот во втором тайме, вот Кирилл смотрел матч, заметил, да? Во втором тайме защитники... Ой, не защитники, это нападающие Урала и полузащитники стали жесткий прессинг играть с защитниками, которые отсылали мячи, и тем самым спартаковские нападающие остались без хлеба. То есть он увидел, что «Спартак» начинает атаки. Ну, не увидел, он, наверное, знал, они, наверное, разбирали игру «Спартака», что «Спартак» начинает атаки, вернее, защитники часто начинают атаки нападающих. И тут он закрыл их жестким прессингом и забили мяч, тем более. Я думаю, что, ну, действительно, вот это вот «Спартаки» неразбериха с тренерами. И то, что тренер, ну, и с составом, как я понял тогда, и спартаковские болельщики тоже подтвердят, да, что состав тоже удивил, да, немножко. То, что, ну, вот, да, мы, у нас теперь Бакетти играет опорника. Да, вот странно немножко состав был. Его подвинули, да, такое ноу-хау Рианчо. Кстати, я вот Рианчо я бы оставил пресс-атташе клуба. Потому что да, там, сейчас сколько он в 57 минут. Так язык у человека подвешен. Ёлк, там Трахтенберг просто курит. Самый длинный послематчевый был этот, да, пресс-конференция. В этом плане очень сильный специалист оказался. Оказался, да. Да, ну, то, что накрывать прессингом, ну, хорошо, что Урал такая физподготовка и медленная игра «Спартака» там, собственно, и не, помогла. Ну, тактически, я про тактику говорю, что он, Парфенов-то видишь, он увидел, как сыграть. Олег, как, ой, ну... Олег, Сереж, прости, тут главное, собственно, не тактика. Понятно, что это хорошо, так играют ведущие команды высоким прессингом, но у нас в России мало играют, потому что это очень физически затратное дело. Да, не, ну, понятно. Бегать, ну, значит, хорошая физика. И если ты во втором тайме можешь это делать, то это значит, говорит о том, что команда соперника играет очень медленно, во-вторых, тебе это позволяет, ну, а физика. Как играл? Медленно, играл, конечно, да. Медленно. Соглашусь. Я прекрасно понимаю, что у болельщиков ЦСКА несколько другие настроения. Все-таки тормознулся один из конкурентов, но тем не менее надеюсь на вашу объективность. Илья, да, Олег.
Что у нас? Действительно, проблема Спартака в Тритон. Да, Федун, главный тренер и Глушаков. Мне тут представляется, все-таки стадион это такое место энергетическое, такое сильное, как и церкви, да, и многие такие места, такое намоленное даже. И, может быть, Спартак выиграл при отсутствии болельщиков у Анжи, а получил очередную порцию негатива в матче с Уралом, потому что народу пришло значительно больше. И у Спартака как бы с Анжи упал груз ответственности, потому что народная команда от Спартака ждут результаты, игры, все и сразу, и это, этому не будет конца. И вот с Уралом опять это все, весь этот негатив с трибун, который мы наблюдали, опять на них обрушился, да. И может быть это тоже стало каким-то фактором, потому что Урал, ну, не сильнее Анжи. Ну, как он? Да, я согласен, что неприятно команде играть под свист трибун, конечно. Хорошо, ты расскажи как-то, вот у тебя должно быть абсолютно нейтральное видение этой истории. Я тебе хочу сказать, что мы были на матчах. Потому что они свистят конкретно кому? Тренеру, Глушакову, Федуну. Пока Федуну руля команда «Спартак», я же тебе давно говорил, я спокоен за народную команду. Жень, я бы на твоем месте по-другому сказал. Я бы сказал словами Кирилла на прошлой передаче. На прошлой ты сказал, да я не буду смотреть ЦСКА, мне неинтересно этот матч. И ты бы так и сказал. Мне как раз интересен был матч, потому что главный тренер «Спартака» Рянчо пришел так же, как и Федун, до некоторой степени из киевского «Динамо». Ну, Рубин поиграл в киевском «Динамо», поработал. Интересно, в общем, это не те фамилии, которые в «Спартаке» должны, видимо, оказываться. Да, по-русски он говорит так неплохо. Ну, а то, что касается «Спартаковской» Торсиды, то люди настроены очень серьезно. То есть это демарш не против тренера конкретного игрока, это демарш против топ-менеджмента. Я полагаю, в России невозможно такими акциями как-то поменять структуру управления, но тем не менее это продолжится долго. На «Спартак» это будет влиять скверно. Так вот о чем и речь. Болельщики «Спартака» сами себе копают яму, и не только команде и результату. Готовы пожертвовать этим сезоном люди, потому что за 16 лет управления клубом, собственно, один большой трофей чемпионства, это говорит об миллиард вложенных долларов, по словам своего Федуна, это говорит об его эффективности и его прозорливости как руководителя. Это болельщикам не нравится. Но могу равно, себе «Спартак», допустим, это так же, как и ЦСКА. ЦСКА это не Гинер. ЦСКА это не Жень, совсем не разные игроки. Структуры. Нет, я тебе просто говорю, что мы болельщики. Гинер, мы должны ходить. Да не важно, кто у руля стоит. Команда. Слушай, я тебе приведу. Мы болельщики, мы ходим, мы переживаем. За Испанию, про Италию. Там периодически болельщики и тифози, не знаю, как испанских называют. Они меняют руководство. Там, в Барселоне, в Реале, в Милане, в Ювентусе. Какое руководство они меняют? Какое в Милане поменяли руководство? Такое же, какой был, где этот руководитель только остался. Я тебе не про этот сезон говорю. В Реале тот же самый, сколько лет уже. Ничего не поменяли. Почему? В Барселоне не поменяли. Где поменяли? Там смен. Я тебе не про этот сезон. Я тебе говорю, а там периодически происходят выборы президента. Но в Милане ты имеешь в виду все еще... Остаются все равно. Берлускони? Я как раз не хотел в Милане. Ну, был Берлускони. Ну, Берлускони был, отдал, уже давно продал. Ну, так вот. Было. Вот, я к чему говорю, что неважно, кто у руля команды стоит и кто тренирует, да, вот болельщики должны ходить и поддерживать, и не освистывать команду. Ну, представьте, в коллективе, когда гнобят человека. Просто болельщики связывают неудачи клуба с конкретным. Да, вы как немножко, как говорит наш президент, мух от котлет отделите. То, что человек, который выливает деньги, это одно, а человек, который должен заниматься менеджментом, покупкой игроков, тренера приобретать, это, мне кажется, другой человек должен делать. Не, ну, может, хорошо, в ЦСКА Гинер деньги вкладывает. Да не деньги у коллег, а что он вкладывает? Понятно, он менеджер, да. Менеджер. Он ищет деньги, вкладывает, да, понятно. Кто в «Спартаке» менеджер? И он руководит. Ну вот именно, что он менеджер, получается. А в «Спартаке» Федун немножко другой. Федун – это денежный мешок, который вкладывает деньги, построил стадион. Нет, но Родионов – это тот же, как Бабаев в ЦСКА, например. Нет, генеральный директор. Он там не... практически ничего не решает. У «Спартака» и ЦСКА совершенно разные подходы. Структуры разные, да. У «ЦСКА» можно описать словом «покой». Стремиться, чтобы в команде была спокойная атмосфера, то в «Спартаке» все равно главное слово – страсть. И попробую. Вот эти... Я говорю, что вот, много слышал от людей, которые работают, да, в системе клуба. Они говорят, когда приходим вот на работу, сидим, разговариваем, так, там где-то общаемся, и такой слух проходит. Евгений Леонидович идет. Все разбежались, чтобы только не попадаться на глаза. Тоже, все прячутся. То есть все прячутся. Это говорит о чем? Уважение идет. Есть где спрятаться на стадионе. Нет, не на стадионе, а в этих комнатах.
Да, ну, я думаю, что Федун тоже имеет свой вес и достаточно, простите, весомый. Решение-то он принимает. Конечно. И принимает их на эмоциях. Конечно, конечно. Да, что команду нервирует. И всех вокруг нервируют. Мне кажется, вот уже занервировал весь стадион. 40-тысячный спартакский. А почему он не мог успокоить, допустим, когда была ситуация с Каррерой, сказать, что, ребята, Каррер будет работать весь сезон, вы хоть обсвеститесь, он будет работать. Ну, это не стиль Федуна. Вот, сказать, это другой разговор. Потому что Гинер, допустим, так себе не позволил бы сказать, что, ребята... Это не стиль Спартака. И так же, как же, помнишь, мы были, скажем так, со Слуцким? То же самое у нас было. Он все равно доработал сезон ну, до конца. Ну, не так, чтобы но прям не... вот так жестко. Жестко. Но он сказал, что он будет работать. Да. Все, и все. И да. Прекратили разговоры. Это не первый раз уволить тренера, никого не найдя на его место. Да. Увольняли Карпина. Вот я не помню, кто там дотренировывал тренер дубля нашего. Гуляет. Гунько. Да, много, да, практически да. Много. Гунько. Сейчас опять человек, который ни разу не работал. Это несерьезный подход, мягко скажем. Ну, Кирилл, у Спартак получается, как, извини, как женщина. Она уходит не кому-то, а от кого-то. О, да, это говорю, интересно. Правда, связано с фигурой владельца Спартака. Ну, может быть, действительно, Федуну нанять управляющего менеджера какого-то. Как вот, да типа, где их возьмешь-то? Ну как? Ну как? Он владелец, Гинер занят. Он нанимает генерального директора именно такого деятельного и дать ему такие полномочия, чтобы вот именно заниматься футбольными делами. У Динамо есть такой человек? У нас, знаешь, у вас целый совет 25 человек. У нас, я не знаю, сколько советов директоров. У нас одних генералов сколько. Да, у нас общество сколько там, подобщество там. Ужас. Согласен. Принятие решения, мне кажется, да, принятие решений, по крайней мере, принципиальных и направляющих решений, да, наверное, все-таки действительно должен один человек. Конечно. Вот да? Именно обидно, что Спартак один из немногих частных клубов. У нас вообще пальцев не хватит, наоборот. Три команды. Краснодар, ЦСКА, да, и Спартак. У нас частных клубов нету. Ну, давайте вспомним того же Галицкого. Да. Ну, мы же можем его поставить как тоже одного из эффективных менеджеров. Галицкий, да, то есть вкладывал свои деньги, строил стадион тоже на свои деньги. Вот у него, в принципе, похожая ситуация со Спартаком. Да. То есть он занимался Спартаком, Краснодаром. Ну, и дайте, Спартаком тоже иногда занимался. Ну, вот тоже его решение, можно сказать, поставить молодого тренера. Он в процесс очень вовлечен. Но, да, да. И тренеры говорят, он футболе разбирается, дай боже. Спартак и Краснодар. Краснодар строится. А Спартак роль всегда личности в истории. Спартак увольняет тренеров после второго места, понимаешь? Ну давайте будем забывать, что Краснодар тоже, в общем-то, с тренерами особо не возится, что прям вот так. Краснодар... Ну, тоже Шалимов, тот же Конова можно вспомнить. Не, это... ну, стратегия Галицкого какая, что шаг за шагом, степ by степ, они потихоньку, он сказал, мы потихоньку будем подниматься, не будем форсировать. Ну, в прошлом году они стали бронзовыми призерами. На мне секундочку, кажется, уже третье место заняли. Главная ошибка Галицкого была, вот это очень долго держал он Шалимова у руля команды, потому что видно, что команда уже проседала, уже не играла так, и пришли игроки более такие интересные, а нужен был нормальный тренер. Вот был... Был такой момент. Да. По Галицкому и Гинеру что можно добавить? Насколько у них действительно все это общее? И на ваш взгляд, он берет пример с Гинера? Или идет своим путем? Не, ну я думаю, да, потому что Галицкий человек умный, как мы себе можем судить, да, по его бизнесу. И он видел, что Гинер уже шел этой проторной дорожкой, поэтому опыт есть. Я понимаю, что они в каких-то дружеских отношениях, да, находятся. Иногда Гинер ездит на матч Краснодара, я думаю, что, конечно, он берет опыт с Гинера. Зачем идти наступать нам в одну и ту же лужу, когда можно обойти? Поэтому периодически наступает другая команда. Понимаешь, дело в том, что Краснодар, он, такая команда, она, скажем так, региональная, да, она, грубо говоря, Краснодар краевая, так точно. А Спартак, он народный, и с него и требуют больше. Ну, Краснодар пошли, даже болельщики Кубани, которые раньше за Кубань болели. Там, смотри, стадион полный забивается. Всегда полный, это правда. Смотрите, все прекрасно. Ведь коррелируется вот решение, вы заговорили о том, что Шалимов он долго не снимал, но это как раз и согласуется со стратегией Галицкого в Краснодаре. То есть он готовил, он долго думал, принимал решение, кто будет тренером. Он уже даже согласен, может быть, видел, что Шалимов не справляется, но он подводил тренера, искал тренера на место его. Да, не хотел назначать какого-то тренера. Да, чтобы не было ямы вот именно вот этой, которую, если после отставки тренера, чтобы
чтобы не произошло такое, как с Спартаком. Это как в Уралане, помните, назначили, президент назначил главного тренера какой-то Буняк. Опа! Значит, это не 95-й год какой-то. Да, да, да. А президент клуба подумал, что Буряк. Ну, такой обрадовался. О, Леонид Буряк. А он туда что-то привел 30 югославов каких-то. Они там весело поиграли последние 10 тур. Этот Буняк. Можно привести много таких примеров, да. Не, я говорю, в ЦСКА вот такой же был, да, момент, когда пришел Гончаренко, да, в помощь Слуцкому. Но потом два тренера не усидели на лавке, да, и один ушел, сами знаете. Я думаю, куда. Не усидели, а была договоренность. Договоренность, да, была, что нужно было практику получать Гончаренко, он ушел. Я думал, что вот как раз, когда приходил Гончаренко уже после Слуцкого, уже вся а команда вот была знакома. Ну, в Спартаке Тарасов тоже. Помнишь, штанги заставлял? Да, да. 70 какой-то там год. Не, ну в Спартаке тоже, помните, приходил Карпин, когда Черчесов тренировал. Потом еще кто-то такой подходил на спортивного директора, а потом становился главным тренером. Историю, да. У нас Бондаренко с Мутюгальником бегал, там нормально. У вас и Голодец был. Не, Голодец, кстати, неплохо. Адамас. Да, Адамас Соломонович. Соломонович, совершенно верно. Ладно, давайте переходим к следующему матчу. Да. Динамо-ЦСКА. Вот и все. Что вы сказали? Ну, в общем-то, да. Умно, остро и ёмко. Да. Вы знаете, я сейчас открою маленькую тайну. Да, ты хотел нам открыть. Да, открою маленькую тайну. Помните, я всегда говорил про 38-ю минуту. 37-я. Побил рекорд? Побил рекорд. На 36-й я уже... Уснул окончательно на этом матче. Проснулся, посмотрел второй тайм, я посмотрел. Сумасшедший второй тайм. А матч вообще сумасшедший по сравнению с матчем «Динамо-Москва-Ахмат». Это вообще космос. Что за матч? Мы такой не смотрим, Сережа, вообще ты что? Ну, ребят, ну вы что? Это же, блин, такой матч был. Триллер футбольный. Да, там практически один удар был. А здесь все-таки... Нет, я не соглашусь. Дай мне первым слово, я пока это накипело. Ну, давай. Первый тайм, да. Потому что первый тайм, даже я скажу, Динамо виновата в том, что так прошел. Это не очень интересно. Потому что Хохлов об этом сказал, что центральные полузащитники, два наших прославленных Соу и ТТХ, они оттянулись немножко к своим воротам. Оттянулись в клубе перед матчем. Слишком глубоко сыграли около ворота. И поэтому ЦСКА... ну, можно сказать, больше контролировал мяч, а Динамо не выходило в контратаке из-за этого. Вот. Во втором тайме картина изменилась. После этого Германия была огромной страной. Жень, не, в принципе, да. Мне правда понравилось. Скажи мне честно, ты смотрел другой матч, в отличие от Сергея, или как? Нет, о чем? Да нет, мы смотрели один матч, но мнения о матче у нас, наверное, немножко не совпадут. Давай. Нет, ко второму потом подойдем, хорошо. Ко второму тайму подойдем? Я потом, да. А, то есть мы так это по таймно будем разбирать. Ну там были сейвы, там были удаления. Там я хочу сказать, Сереж, одно. Да. Предложение будет короткое. Давай. То, что называется словом дерби, я не увидел. Это не было дерби. Это не было страсти вот этой игротской. Жень, а теперь ответь на вопрос, кто виноват в этом? И что делать? Кто виноват? Вот у нас было много проблем. У ЦСКА, может быть, чуть поменьше проблем. Но я просто думал, что ЦСКА... Договоренность на результат. Ну, не знаю. Ну, не соглашусь я с тобой. Понимаешь, когда футболисты подходят к воротам и не бьют... Кому выгодно? Ищи, кому выгодно. Я не знаю, кому выгодно. Букмекерам выгодно, ЦСКА не нужны были очки. Хорошо. Я рассужу вас немножко, ваш спор. Букмекерский устав? Главный в нынешнем чемпионате по количеству... ударов по воротам, так. Кирилл Панченко не нанес ни одного удара по воротам. И ушел. И ушел. Доиграв матч. О чем это говорит или ни о чем? Да что, Олег, говорит, если он последний матч вообще... Я же тебе говорю, не нанес. Я же тебе говорю, договорной матч. Илья. Футболист не бил по воротам. Нападающий не бил по воротам. С Евгением. И уж тем более с Сергеем. Я вижу, по глазам понравился матч. Вижу. Матч очень понравился. Вот. Давай. По поводу того, что ни одного удара по воротам. Ну, Динамо, Динамо не могло забить, а ЦСКА не смогли. И матч получился очень скучный. Просто невероятно скучный. Но, может быть, один из самых легко прогнозируемых матчей. Потому что для меня, например, самый очевидный исход этого матча был 0-0. Ну, я тоже так думал. Но Женя говорил, что 3-0. Не, ну, конечно, я говорил, что, скорее всего, будет ничья. Так.
Ну. Она была? Была ничья, что и нормально все сыграло. Не, я просто не помню, какой там результат был. Не, я не говорил результат, я говорю, скорее всего, ничья. Это что-то абсолютно вписывается в то, что себя представляет сейчас и Динамо, и ЦСКА. Вот так, если коротенько. И, кстати, посмотреть, я больше скажу, что посмотреть, я посмотрел весь тур, и особо не сказать, что там какие-то команды, там, допустим, Динамо сейчас идет на 11 месяц, что команды, которые выше, как-то сыграли лучше, как-то... Краснодар, Ростов. Ну, нет, есть, да-да. Да, один вот, матч был. Один матч, да, вот соглашусь, матч. Один матч. А давайте забудем об этом матче. Сереж. Давай забудем. Давай забудем о матче Динамо-ЦСКА. Давай. Не было его, этого матча. Давай. Мы о нем все. Что, матч? Я не слышал об этом матче ничего. Давайте лучше поговорим о матче Краснодар-Ростов. Вот где были скорости, эмоции, накал, чувства, забитые мячи. И все остальное, и даже, по-моему, небольшая потасовочка в конце матча. В конце матча. Да. Друзья мои, значит, можно играть в футбол в другой? А тут, понимаете, тренеры... Тоже хотели, дерби. Это они дерби, хотели да. себя Южный. Показать перед начальством Спартака. И один, и второй. Да, не исключен сей факт. Ну, вряд ли. Но тренер Краснодар вряд ли, я думаю, перед начальством Спартака себя показывает. Почему? Ну, сейчас дисквалификация кончится у... Думаешь, его рассматривает? Как? Федун сейчас сидит на Канарах, рассматривает кандидатуру. Мусаева. Мусаева, да, вряд ли, я думаю. Так нет, вроде бы решили, что Кононов... Пресса любит. Так много говорит тоже и про решили, Карпина, и про Кононова. О чем мы не говорили, говорим о Спартаке, ребята. Смотри, Кирилл, у меня даже, видишь, смотри, вот хэштег нашей передачи. Видишь, это тоже поросенок оказывается. Это Краснодар. Это же в ассоциации хотите сыграть? Это быки. Смотрите, можно сказать, какой лучший матч тура? Да, и сразу все видно. Какой будущий тренер Спартака? Какая команда наша самая любимая в этой передаче? Да. Ну, в общем-то, и сказать по этому случаю нет, нечего. Краснодар-Ростов. Карпин удивляет меня в последнее время. Да, да, не только тебя, Олег, удивляет. Он удивляет многих. Вот, поэтому после ухода из Спартака... Одеваться как стал человек. После ухода из Спартака немногие, кстати, думали, что Карпин сможет подняться. А уж тем более после Арзамаса. А сейчас мы видим, что, допустим, вот даже с болельщиками Динамо мы обсуждали это. По составу возьми тот же Ростов, даже, ну, можно взять даже Динамо, да, ЦСКА, да. Не сказать, что Ростов там какой-то идет на каком месте сейчас он, на третьем? На третьем. На третьем месте, да. Что он по составу как-то превосходит эти команды вот наши, московские даже, да. Сверяюсь с картотекой, на четвертом. Вот кто там играет? Не нужен Юсупов, там Ионов, там, да, Гацкан, которому там сколько лет этот... Калачев. Калачев, не играет, которому он у него уже... сидит. Калачев не играет. Ну, Калачев, нет, Калачев выходит, играл. Почему? Выходит. Ну, может, вышел. Выходит. Не, Калачев точно играл. Он полный матч, не может, не играет, но выходит. Он выходит, Калачев. Калачев в предыдущих матчах играл много раз, выходил, я помню. Нет, абсолютно точно. Да, и Гацкан тоже. Да не выходит, но в основе. Какие игроки там такие, чтобы звездные какие-то, чтобы хотя бы это, ну... Тем более, можно быть сколько ушло, вспомни, сколько Бердыев забрал игроков, Бердыев много когда забрал. Поднялся Ростов. Сергей, но можно же быть объективным и сказать, что Ростов чуть ли не первый яркий матч в этом году сыграл? Ну, не скажу. Ну, например, Ростов, еще? Ну как, ну, ЦСКА обыграли, Спартак обыграли, вот, Зенит обыграли. Ну как обыграли? Ну, разве это были яркие матчи с Зенитом и с ЦСКА? А можно с ЦСКА или со Спартаком сыграть ярко? Ну вот так вот. Вот Динамо вышло ярко сыграть, но не дали же нам. Не дали просто. А мы вышли ярко. Сергей сегодня просто зажигает. Вообще, говорить о ярких, чтобы какая-то команда на гора выдавала яркие матчи в РФПЛ, это неправильно. У нас не такой чемпионат. Не, ну в этом году особенно. Для Ростова это достижение. Вот наш лидер, да, Зенит, он просто ковыляет. Чемпионство. Ковыляет потихонечку, да. Если не пенальти. Ковыляет к нему. Вот. А тут радостный матч хороший. Давайте порадуемся. Давайте порадуемся просто, да. За хороший матч. Просто и порадуемся и мы, и за болельщиков этих команд, потому что действительно они, ну, реально они подарили праздник футбола. Именно тот, который мы любим, к которому мы уже на чемпионате мира начали привыкать, да? Да. Вот эти вот какие-то эмоции нереальные. И вот Краснодар-Ростов нас немножко вернул в жаркое лето 2018 года. Друзья мои, давайте немножко посвятим мое время и Локомотиву. Давай, нет у нас поспорить. Тут болельщика Локомотива. И не будет. И не будет. Вот это вот правильное замечание. Я хотел с тобой, мы еще с тобой, мне кажется, в интернете с тобой начали спорить друг с другом. Ты очень восхищался матчем и игрой вообще Локомотива в этом году. Не в этом году, в последних матчах. А ты матч смотрел вообще весь матч?
с Арсеналом? Да, конечно, смотрел. Ты видел, когда счет стал 1-1, сравнял Арсенал, что где-то минут 15-20 Арсенал-то, в принципе, и зажал Локомотив. Он не давал ему играть. И, то есть, ну, Арсенал, знаешь, Арсенал тоже забил... не носороги. Арсенал, я тебе напомню, забил... Арсенал в кого в прошлом туре обыграл? Кого? Спартак. Спартак. Да. Да. Не важно. Нет, ну ты говоришь... Лидер чемпионата. А кого обыграл Локомотив в прошлом туре? Енисей. А тебе напомнить, как ЦСКА сыграл с Енисеем? 0-0. Ну, это проблема ЦСКА. Да. Но не надо, понимаешь, я считаю, лакмусовая бумажка будет сегодня. Вот она уже есть. Лакмусовая бумажка – это Европа. Не надо посмотреть, мы в твоей деревне там поиграли, а вот когда ты в город выезжаешь... А как бы с первым парнем на деревне? Ну, вот именно пока парень на деревне, именно. Я и говорю, что истинную силу Локомотива мы увидим только вот в Португалии. Юрий Палыч, первый парень на деревне. Не в Португалии, мы уже увидели в Европе, да? Что в Европе-то проигрывает Локомотив. То есть команда не скажет, что там такая... Вы же все кричали, Локомотиву досталась группа-то послабее, чем ЦСКА. Хорошо, тогда я тебе сейчас такой вопрос задам. Когда у нас Спартак становился 10 лет подряд чемпионом и был первым парнем на деревне, что в Европе Спартак показал? Не, ну у него были какие-то там... Чего? Мы в полуфинал Кубка Чемпионов. Ну вот один раз в 95-м году. Нет, достаточно. 90-й год мы уходили. 90-й. Финал, да, 90-й. Хорошо, 90-й. Первый год розыгрыш Кубка. Ну ты подтвердил мои слова. Что ты сказал? Ты сказал, что здесь можно обыгрывать кого хочешь, там Енисей, Анкары всякие. Но там-то в Европе тебе покажут действительно... Там и судьи покажут, как надо судить. Там и команды, которые не звездные, а даже середняки, как Порту, могут... Нет, ты хочешь сказать, что Локомотив... Ты хочешь сказать, что Локомотив... играет в чемпионате? Нет, нет. Для чемпионата что? России, да. Для чемпионата России. Ну, о том и речь. А то, выходя на Европу. Более такой уровень, хотя бы европейский, то показывает, что недостатки все всплываются. Вот болячки все вскрылись, понимаешь, Локомотива. Ну, сегодня спорт будем говорить. Конечно, здесь в российском чемпионате нет порта. Послушай слова тренера Арсенала после матча, который сетовал на судейство. Да глупости он говорил, ну, я тоже матч смотрел. Ну, им два пенальти не дали в ворота Арсенала, а он там про какие-то мини-игры говорил. Я не согласен. Он отмазывался. Локомотив идет очень уверенно в последние матчи. Да, может быть, он не встречался. По счету, я согласен. Не встречался там с командами. Да. Краснодар, вот скажу, Ростов. Как он обыграл Спартак, он обыграл там еще там ЦСКА, Зенит, он там обыграл. Слушай, да, у нас сейчас без проблем в чемпионате. ЦСКА он обыграл? Можно тогда обыгрывать только Енисей. После того, у нас права. Сложно выиграть в чемпионате. Ровная серая масса. Ну, Енисей тоже упирается. Согласен. Начиная с 16-го. Согласен. Я рад. Я рад за болельщиков Локомотива. Команда, после там 5 туров, занимавшая предпоследнее место, сейчас уже идет на втором и всего лишь 7 очков до Зенита. Друзья мои, давайте. Давайте. Немножко турнирную таблицу. Зенит. На первом месте 31 очко, и у них, как говорится, все великолепно. Локомотив на втором месте, как я сказал, отставание 4 очка. Краснодар 23, Ростов 22, ЦСКА 20, Спартак 19. То, слушайте, я, честно говоря, кто-нибудь вспомнит такой, после 13 туров, вот такое расстояние. Мы не видим, сказать, какое. Ну, 4 очка от второго и... шестого места. Было такое. Мы от Спартака ставим от шестого места 4 очка у Динамо ставят, а она идет на 11. Я знал, что он это скажет. Но ты просто сказал, что я знаю, потому что это самое любимое твоя близкость. Нам 3 очка, да. В этом туре Зенит оторвался еще на очко. Получается, Зенит уже 7 очков разница от второго места. 7, да. Да, хотя при такой игре, если Мак говорит, что у нас игра-то... Слушай, а вот у них Паредос, он... Не сдержанный, да, что ли? Да, у него очень много... Не сдержанный лучше, чем не... Аргентинец. Да. Его все время там уже выпороть, по-моему, хотя бы. Да. Удаляют часто. Согласен. И Динамо, напомним, на 11 месте. Сереж, надо подтягиваться. Надо подтягиваться, потому что... Нам не дают. Задание на дом. Даже если в случае победы, вы все равно выше 9 места даже не поднимете. Ну, неважно, но подтянемся. Мы зимой хотим укрепиться. У нас там есть кое-какие на это... Работки. Мбаппе Кавани. Да. Итак, давайте перейдем к Лиге Чемпионов. Не так много времени остается. Да, а еще хочется поговорить о Лиге Чемпионов. Буквально через несколько часов, кто нас смотрит в прямом эфире, в 22.45, по-моему, или в 23.00, да, у нас играет Порту Локомотив. Порту на первом месте, Локомотив на последнем месте. И от этого матча, наверное, во многом будет зависеть... Третье место.
Скорее всего, да. Третье место Локомотив. Сможет он пройти в Евровесну? Теоретически. Ну, теоретически, конечно. Семен уже сказал, что и 7 очков можно выйти в следующую стадию. Кирилл. Я думаю, после этого тура так и останется. Локомотив последний, а Порто первый. Вот мне даже добавить нечего. Нет у них шансов. У меня тоже, кстати, нечего. Я тоже. Я тоже соглашусь. Да. Вот в Европе другой Локомотив как будто играет. Ну, другой. Здесь вот действительно, вот вы мои слова сейчас... Здесь играет Лока, а там играет Локомотив. Играл там Енисей, играл бы Оренбург там в этой в Лиге чемпионов. А Серег, но они все-таки еще не встречались в Европе после того, как они начали вот свое восхождение по турнирной сетке чемпионата России. Они еще так с европейскими командами не играли. Сейчас посмотрим. Не, на Испорт как раз и посмотрим. Прилично сыграли в Москве вполне. Ну, Порту забил то, что могло. Поэтому я думаю, что... А Локомотив забил, хочется верить в Локомотив, снимпер. Да, пускай будет ничейный результат. Ну, сейчас Мирончуки разыгрались. Может, хорошо. Мирончуки там, да. Друзья мои, ЦСКА, Рома. Мне кажется, эта история, она немного интереснее, вкуснее, не знаю, слаще. И не потому, что здесь сидят болельщики ЦСКА, а представителя Локомотива да, у нас нету. Болельщики Ромы. Форца Рома! Форца Рома! Форца Италия! Кстати, это история на уроке истории. Да, сейчас, друзья мои. Сейчас чуть не почувствовал, что Кирилл велосипед с трибуны сбросил. Они мопед сбросили. Мопед, да, было дело. ЦСКА Рома, Жень. Я поеду. Буду переживать. Так. Сильно. Болеть буду. Сильно буду переживать. Ну как, шансы? Ты мне расскажи, вот как ЦСКА? По шансам, ну... Все-таки Рома здесь... там, я не считаю матч, потому что я это, начну... Хочется верить, там положительный... Же там... хочется, по крайней мере, я надеюсь, еду с надеждой на положительный результат. Ну, вот сейчас ничья или минимальный выигрыш, но никак не на поражение. Да господи, ЦСКА победит! Конечно, вы о чем вообще говорите? Мы даже не сомневаемся. Илья, скажи, пожалуйста, сейчас турнирная таблица складывается таким образом, что, конечно, мы все должны болеть за Реал. Потому что ЦСКА встречается с Реалом в последнем туре и не победи ЦСКА. Ну, в какой-то степени. А Реал сейчас... Да. А у армейцев расклад-то проще некуда. Если побеждают, то фактически второе место с очень высокой вероятностью за армейцами. Если проигрывают, то третье место тоже вряд ли уйдет. Я согласен. То есть мы сейчас должны болеть за Реал. Кто побеждает? Виктория Пельзень. Потом в следующем туре он дома должен победить Рому. ЦСКА играет дома с Ромой. И дома играет Пельзень. Реал играет на выезде с Ромой. На выезде раз? Да. А, да, конечно, на выезде, да, соглашусь. Только сейчас просто кто Рому только не обыгрывает? И кто только Рому... Не Рому, а Реал. У ЦСКА, кстати, с Ромой шансов больше, чем в чемпионате России с Зенитом. Да, есть такое. Ну что ж, будем надеяться. Итак, Лига Европы. У нас буквально 2 минуты остается, но еще Лига Европы. Друзья мои, Бордо-Зенит. Абсолютно не подарок выездной матч для петербургской команды. Да, мне кажется, это будет интересно. Либо «Зенит» возьмет себя в руки и начнет нормально уже играть, либо «Бордо» их дома разорвет, вот мама не горюй. «Спартак Рейнджерс». Играем в Москве. Наверняка болельщики придут поддержать команду. Все-таки Евролига, да, шотландскую команду придут поддержать. Чего ждать там от этого матча? Спросить, что попроще, Олег. Хорошо. Мы не бывший знаем, игрок тренером будет завтра. Бывший игрок Спартака Магиди, который тоже является шотландцем по национальности, сказал, что Спартак победит. Даже он не сомневается в этом. Ну, молодец какой. Вот. Хороший игрок был. Мне он Магиди, нравится. Хороший, кстати говоря, молодец. Работящий. Ну и Краснодар. Краснодар на очень хорошем ходу. Играет дома. Наверняка будут переполненные трибуны, поддержка болельщиков. Я верю в Краснодар, как... Я боюсь, что Краснодар упускает победы почему-то, ведя счете. Ну, ничего. Ну, случайные голы. Ну, давайте немножко, прямо одна секунда, что называется. 14-й тур. Главный матч тура, естественно, это ЦСКА-Зенит. Да. Да, играют в Москве. Динамо-Ростов, вне всяких сомнений, второй по значимости матч, и не только потому, что Сергей в этой студии, но и потому, что это будет интересно посмотреть. Ну и Уфа-Спартак.
Угу. Они играют где? Уфа «Спартак» играет в Уфе. Шансы и есть. Больше того, более того скажу, Уфа на предпоследнем месте, им надо набирать срочно очки, я иначе вылетит. Скажу, прогноз, тоже. Прогноз погоды, там минус 15 будет где-то в Уфе. Да ладно. Так что бразильцы вряд ли поедут, я думаю. Да. Не любят. Не любят эту историю. Друзья мои, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Итак, еще раз напоминаю, Лига чемпионов стартует уже сегодня, Лига Европы стартует в четверг, ну а в выходные мы смотрим чемпионат России, 14-й тур, ну и во вторник, как всегда, в 20:20 встречаемся на телеканале Видное ТВ. Ну а пока болеем за своих, пока. До свидания. До свидания.